Ребята, всем привет! Мы находимся в СССР-маркете. Это магазин, держат его армяне, но он называется СССР-маркет, и здесь все закупаются русской едой. В воскресенье будет Пасха, поэтому я сейчас иду посмотреть, почем цены. Добрый день! Как пахнет вкусно! Куличики есть, да? Есть куличики? Есть куличики, ребятки. Сейчас я закуплю куличиками. У нас Пасха идет. Вот нигде нет куличей, а у девочек есть. Ну, какие-то красавицы у нас, ага. Так, сейчас посмотрим, что есть. Ой, какие красивые куличики, смотрите. Пахнут как. А еще будут свежие или это уже вот последние? Еще будут, да? А когда будут? Так просто пахнут, может подождать попозже заехать, свеженьких? Да, может я подъеду еще заберу свежих. Вот, смотрите, кстати, пломбир есть. Так, цены на мороженое. Вот на пломбир, на любой сорт мороженого. Видите, 2,49, 2,29. Вот такое мороженое. Так, сейчас посмотрим. Ну, по-моему, вот такое мороженое. Русский холод. Так, даду. Так, вот это мороженое по 2,29 ванила. Да, ну еще не горяченькие, да. Ну вот, может, вот такой возьму. Ну, она остывает, чтобы сверху. Может, даже два. Ну, давайте один маленький, один вот такой. Два я возьму, okay, средненьких. Okay. Ага. Сейчас покажу ребятам своим. Гляньте, девчонки, какие. Вам надо прийти в СССР, купить такие себе куличики. Так, по ценам посмотрите, чтобы вы в обморок не падали. Так, а вот этот пломбирчик, так, это СССР, айскрим. А, я думаю, что это по вот доллару 99. А, нет, 2,89. 2,89 СССР пломбир, это вот этот вот. Вот, кстати, самый вкусный, можно закрыть, да? Так, самый вкусный пломбир. Ряженка, смотрите, ряженка. Вот такая баночка. 3,39. Сметана. Сельская сметана. Такую марку я не видела в России. Не знаю, сейчас глянем, где делается. Так. Ну, написано, что в Нью-Йорке изготавливают. 6,49. Баночка вот такая. Есть сметана. Вот такая на развес. Значит, вот такая баночка 5,93. И вот такая баночка 6 долларов. Вот. Не подойти в уморок, я вам сразу предупреждала. Майонез 5,79. Вот такой оливковый. Так. Провансаль есть тоже. 5,79 чумак. Творог весь по 8,99. Сколько? Полкилограмма. Полкилограмма творога. Ребята, не подайте в обморок, я вас предупреждала. Ситро, вот грушевое ситро 2,59, ну и все, в принципе, ситро 2,59. Квас, я люблю вот этот вот квас, бочка живого брожения, 1,5 литра, 5,89, и вот такой большой, 2-литровый, даже не знаю почем. Это маленький, 1,5 литра, 5,89, а большой сколько, я даже не знаю. Ситро все где-то в пределах 2,39, 2,99. Тархун. Вот колбаски. Вот такая вот колбаска. Это паштет гусиный. 10,49. Вот такая колбаска. Салями. Из цыпленка. 12,99. Агуша. Пюре 3,19. Пиво все 4,99. Жигулевское. Боржоми 3,39. Боржоми. Водичка минеральная. Вот. Так что, ребята, вы говорите соответствие цены и зарплаты. Да тут никакой зарплаты не хватит. Российский сыр, смотрите, 7,19.
И ряженка, вот эта вот хорошая ряженка, вот эта, она по 5,69, вот эта вот бутылка, 5,69, и ее мне придется взять, потому что вариантов нет. Так, и сыр российский здесь сколько грамм, ну вообще очень мало. А сколько же здесь грамма? 150 грамм, ребята, 150 грамм. $7.19. Вы понимаете, зарплаты, они не соответствуют таким ценам, я вам серьезно говорю. 6,29 творог. Баночка 400 грамм, по-моему. 454 грамма. Так, дальше есть рыбка. Рыбу даже смотреть, наверное, не буду, потому что цены просто аховые на рыбы. Так, что нам еще надо? Нам надо гречку, зефир. Печенька разные. Вот такие я люблю. $1.99. Семечки сейчас, подождите. Семечки я ищу. $5. Вот такие жареные семечки бабушкины. А вот эти вот от Мартина. $8.19. Я в другом магазине купила по $7.99. $8.19. Вот эти семечки во время до ковида были 3.50, 4.90 до ковида. Вот вам 2% инфляции, да, называется. Вот семечки ведерки есть вот такие, 7,99. Неплохие. Так, что еще нам надо? Хлеб. Булка хлеба 5,49. Ну, это ржаной хлеб. Свежей выпечки я его возьму. Вот, есть вот такой вот германский хлеб. Да, его изготавливают, привозят сюда. Ну, это натуральный хлеб, конечно же. И он стоит... Так, сейчас скажу, почему. А хлеб вот этот германский почем стоит? 6 или 70, да? 6,79. Ага, 6,79, около $7. Вот такая буханочка стоит. Морковка корейская 7,49. Оливье. Ну, за это за полкилограмма 7,49. Вот. Тортики есть тоже на развес. Семечки мы посмотрели. Варенье все в таком пределе. За баночку 11,49 варенье. Вот 11,49 варенье. Есть поменьше баночки вот такие. 3,39. Вот рыбы, консервы такие маленькие, это сам этот атлантический лосось. Вот такое маленькое варенье, вот вишневая черешня, маленькая баночка, $8. Я еще люблю вот из Айвы, обожаю его варенье, но стоит оно 5,79. Сахара много, конечно, для меня. Сгущенка, ребята. Вот смотрите, сгущенка. Я не вижу, чтобы была из кореновки. Наверное, нет из кореновки. Есть какой-то рогачевская вот такая. Сгущенка 4,69, 3,59. Есть вот такой. Вот. Ну, в принципе, хорошая. Вот это хорошая сгущенка. Это с ванилой. С ванильным молоком. 5,49. И вот 5,99. Это вареная с сахаром. Есть всякие кетчупы, соусы очень хорошие. $5. Вот это хороший очень соус томатный. Без красителей и консервантов. Отличный. А вот эти компотики тоже потрясающие. 4,79. Компот абрикосовый. Очень вкусный. Вот есть клубничный. 5,39. Вот такой компот. Классный. Вот такие соусы. Ну, такие все соусы, конечно, очень вкусные. Абхазские и так далее. Ну, это цены, смотрите. $10. 5,39 и так далее. Так, остались нам, знаете, что? Вареники, пельменчики. Так, $15. Упаковка пельменей. $12, $11. Эти 13. Это с цыпленком. $14. Тройка. Сибирские вот такие пельмени.
Сейчас знаем, если есть вареники. Сырки есть по 2 доллара за сырок. Тортики есть, кстати, очень вкусные бывают у них. Масло вологодское, ребята. Есть масло. Цену не вижу. Ну, будет долларов 5-6 стоить вот такое масло вологодское. Так. Есть черная смородина. Обычно нигде не купишь, а у них, ребят, есть. На тортике прекрасно идет. Вот такая черная смородина. И цена, наверное, нереальная у нее. Сырки. И вот вишни есть. Тоже, кроме русских магазинов, не найти практически нигде. Девочки, а не помните, почем черная смородина в упаковочке? Цены на ней не написано, ценника не вижу. И вишня. Я, может, не там смотрю или не на... Сканировать надо, да? А, не держится. Угу. Посмотрите, если не сложно, почем. Холодильники не держатся, да? Так, ванила, ванильный сахар. $1.79 пакетик вот такой. Вот. И колбаску сейчас возьмем. Колбаску. Ага. А вишни, наверное, подороже будет, да? Да, возьму, наверное, черную. Так, а это чебуреки, да? Чебуречки? А с каким мясом чебуреки? Говядина. Говядина. А почем? Сколько они у нас? Нет, чебурек. Чебурек. 3,90. Значит, ну, грубо говоря, 4 доллара. Наверное, возьму пару чебуреков. А что делать? Пирожки, гляньте, какие с мясом. И с мясом, да? Угу. Так. А, вот это возьму. Смородину. Да, смородинку возьму на этот самый, на тортик. Так, а что мне надо? Ну, это борщ в баночках, да? Готовый уже. Борщ мне не надо. Куличики мы сейчас возьмем. А творог на развес есть? Есть, да. А можно большую банку мне? Прям большую. Так, колбаску я взяла. Сейчас возьму еще мороженого и куличей. Я этот ключ я уже показала вам, да? Вот это два моих кулича. Ребята, вот. 8,99 большой и 6,99 маленький. Я вам говорю, сейчас зарабатываю. Вот чебуреки, 4 доллара чебурек. И пирожок, соответственно, вот 4 доллара пирожок. Поэтому сейчас 10 тысяч долларов зарплата в Америке, это только чисто на прожитие, на самые ближайшие такие, как бы, потраты, потому что вот мороженое одно 2,89. Вот я люблю вот именно вот этот пломбир СССРовский, и он самый дорогой. Вот, вот так, ребята, все это наш магазинчик выглядит, выбор, не, выбор хороший, продукты свежие всегда у девочек. Вот, я этот магазинчик очень люблю, всех всегда посылаю сюда. И куличи только у них, и всегда очень вкусные. В том году брала тоже куличи потрясающие. Ага. Да, отлично, да, вот такая баночка пойдет. Угу. Ну, если она уже есть наполнена, я прям ее тогда возьму. Да, и сметана на разлив, вот там в баночках тоже есть, да? А, ну, я возьму так, а давайте большую, если можно налить, да. Возьму большую сметану тогда тоже. Все, всех с наступающей Пасхой, я пойду куличики светить в воскресенье. Всем пока.